31 августа стала последней рабочей сменой на Воссимпом для подростков из кластера «Перспектива». Ребята работали в 9 цехах компании. Занимались документооборотом, чинили электродвигатели, переводили технические тексты и испытывали образцы. Я работала во втором цехе лаборантом физико-механических испытаний. Мне очень понравилось. Меня хотели оставить работники. У меня были образцы, которые я сидела, измеряла, а потом испытывала на машине. Положительные отклики многих участников кластера звучали в адрес цеха номер 5, где ребята ремонтировали станки. Я пошел туда поработать ради того, чтобы узнать, как там на заводе, на проходных, узнать, насколько много там надо трудиться. Понравилось. Это довольно-таки занимательно и интересно. Время улетает очень быстро на работе. За это лето через профессионально-индустриальный кластер прошли 218 школьников. На финише первого сезона «Перспективы» представители HR-дирекции рассказали о продолжении проекта. На следующий год мы уже набрали 250 новых пиковцев. Также по 7 направлениям мы скорректировали направление подготовки, акцентировали внимание на рабочих профессиях. У нас добавляется обработка механической деталей, добавляются дефектоскописты, добавляются слесаря, кип. Стать участником нового сезона проекта «Перспектива» пожелали 250 салдинских детей. По направлениям, где спрос превысил целевые показатели, проведены вступительные испытания, результаты которых будут опубликованы на официальном сайте Верхнесалдинского авиаметаллургического колледжа.